Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор модели МиГ-25 РБТ, советский самолет-разведчик от компании ICM в 48 масштабе. Модель под номером 48901. Первое, что мы видим, это у нас красочный бокс-арт, большая коробка внушительных размеров. Так, открываем. Далее это у нас, опять же, хорошая прочная коробка из твердого картона. В коробке у нас инструкция и пакет с литниками. Начнем обзор с инструкции. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первый у нас лист глянцевый, далее листы пошли матовые. Указана палитра в инструкции Revel и Tamiya. На первой странице технические характеристики самолета. Далее разворачиваем у нас обзор литников. Так, декаль. Это техничка у нас. Так. Ну и пошла сборка самолета. Сборка достаточно подробно указана в инструкции. Вот еще одна декаль у нас. Так. Так. Инструкции, как я уже сказал, все очень подробно показано. Очень приятная инструкция. 3D модели сделаны очень хорошо, что очень удобно, понятно, что и как идет и зачем. Так, далее у нас. Так. Это у нас получается уже 3D модель собранного самолета. Далее у нас наклейка декали. Это у нас тут техничка вся получается. И тут крупные декали. У нас даны 4 варианта. Это МиГ-25 РБТ конец 80-х ВВС СССР, МиГ-25 РБТ май 2001 ВВС России. Так, также у нас МиГ-25 РБТ ВВС Ирака конец 80-х и МиГ-25 РБТ ВВС Ливии 2000-е годы. С инструкцией у нас все. Далее у нас декали. Декали у компании ICM новые. Уже использовал, пробовал новые декали, каких-либо проблем с новыми декалями у нас не возникло. И лист техничка. Далее обзор литника. Так, ну приступим. Начнем наш обзор. Следы у нас толкателей находятся внутри. Очень приятно, качественно
пролита расшивка, клепочки все видно. Это прям шикарно. Людям очень должно вам понравиться, друзья. Так, следующий у нас литник, также с крыльями, также расшивка хорошая, качественная, клепочки все пролиты идеально, все лючки, все. Так, следующий литник у нас деталь фюзеляжа, ну тут вообще все супер, толкатели внутри, каких-либо дефектов не обнаружено, также все очень качественно пролито, особенно нравится мне все-таки, плохо наверное видно будет, как расшивка и все клепочки, все видно, вообще отлично, все молодцы. Так. Далее. Пластик очень приятный на ощупь, всем новый пластик, потому что очень хороший, он ни капельки не хрупкий. Шасси вообще идеально, протектор, все видно, каждый болтичек. Опа, посмотрите, друзья. Отлично. Да, самолет идеален. Расшивка отлично пролита. Так, вот у нас получается детали кабины. Также, посмотрите, пролито хорошо. Все до мельчайших подробностей, все сделано, понравилось. Так, дальше у нас следующий литник. Также тут детали, расшивка у нас, все, каждая клепочка, все идеально. Каких-либо замечаний нет вообще. Так, следующий литник у нас. Интересно сделано. Покажу вам, друзья. Сразу с прозрачным литником. Прозрачный литник, друзья, он тоже. Качество стекла очень шикарное. Пластик шикарен. Вот приборная панель. Смотрите, как интересно сделано. То есть тут она сразу вставляется, то есть на приборной панели, и прозрачный литник он внутрь вставляется. Очень интересно они сделали это. Я такого раньше не встречал. Далее у нас вот также расшивка, все супер, клепочки, все пролито. Отлично. И последний у нас литник. Так, мелкие, тут немного есть мелких деталей, и они все пролиты отлично. Просто супер, молодцы. Компания SM порадовала. Ну что, друзья, хочу вам сказать, кто хочет приобрести данную модель, даже не думайте, не сомневайтесь, покупайте, приобретайте, модель очень качественная, литье отличная, пластик отличный, модель будет замечательно смотреться у вас в коллекции. Всем спасибо за внимание, ожидайте следующих обзоров.